Друзья, приветствую! С вами Дударев Денис, директор ивент-агентства WD Project. И сегодня у нас обзор прекрасной виллы для вашего мероприятия на 4 спальни до 50 человек в районе Чалонг. Проходите. Значит, попадаем мы в эту виллу, и здесь у нас огромный шикарный зал, где мы можем разместить. Обычно в этой зоне мы ставим нашего бармена. Здесь мы можем накрыть кейтеринг с вкусными канапешками и велкам-дринками для ваших гостей. Если у нас вечеринка, эти столы мы убираем для того, чтобы было место, где потанцевать. Напоминаю, 4 спальни. 1, 2, 3, 4. И здесь у нас сумасшедший вид, просто сумасшедший, на Чалонг с инфинити-бассейном. Здесь мы ставим диджея, звук, телевизор для конкурсов, ведущего. Если же вы хотите, чтобы эта зона была проходная, да, мы можем убрать отсюда нашего диджея и поставить его сюда, как на этом видео. Тогда здесь у нас лютый движ, лазерное шоу, свет, звук, RGB, все дела, фонтаны. Но барчик будет там, не очень удобно, но зато круто. Вот с таким видом, прекраснейшим, отличнейшим, шикарным, у нас саксофонист просто встречает ваших гостей. Здесь мы выставляем наши фонтаны холодные, свечи, в бассейне плавают RGB-шары. Здесь у нас выставляются дополнительные RGB-столы. Это диванчик для чила, сюда также можем выставить нашего бармена, если захотите. И с этим видом ваши гости будут наслаждаться. Если мы пройдем немного в сторону, то сейчас здесь шезлонги, но обычно мы ставим вот такую фотозону виниловую, чтобы можно было красиво сфоткаться. В общем, это был обзор виллы на Чалонге, и мы делаем лучшие вечеринки на Пхукете.